День военно-морского флота СССР. Всенародный праздник морской славы. В Ленинграде парад моряков дважды краснознаменной Балтики. Прославленный в боях крейсер «Киров», флагман парадного строя. Современные подводные лодки с огромной дальностью плавания и мощным вооружением. Адмирал Байков поздравил балтийцев с праздником. Недавно эти корабли отличились в учениях «Север». Теперь мы видим их на Неве.